Новосибирске стало на 4 благоустроенных двора больше. Таков результат работы инициативных жителей и органов ТОС Октябрьского района мегаполиса. Ксения Луговская о том, как сделать придомовую территорию комфортной и красивой. Праздничный стол ломится от пирогов, бутербродов и домашних напитков. Активисты органов самоуправления потрудились на славу. Тем временем юные жильцы уже тестируют новые качели. Во дворе дома номер 184 по улице Ленинградской они появились только этим летом. Двор был совершенно пустой. Здесь было невозможно ходить, когда бы прошел дождь. Да? То есть, если это весна или осень, дорожка, она, конечно, летом-то она утрамбовывается, а весной и осенью это невозможно. Плывем как по мылу, да? Понятно, что неудобно. Поэтому загорелись желанием очень сильным и сделали. Любите можно. Новая площадка появилась благодаря инициативе активистов и поддержке мэрии. Схема очень простая. Администрация предлагает гранты, жильцы – свои проекты по благоустройству. Грант получили в декабре, с весны закипела работа. В этом дворе на улице Бориса Богаткова сильно не разгуляешься. Маленькую территорию делят два дома. Большие клумбы и детские аттракционы уместить трудно. Органы территориального самоуправления нашли оригинальный выход. Построили ракарий, то есть сад камней. Подобный вариант я подсмотрела на улице Коммунистической, но не такой немного, да? Я усовершенствовала этот вариант, потом посоветовала с дизайнерами строительной компании одной, да? И как бы они еще помогли мне доработать вот этот вариант, и мы его притворили в жизнь. Для гостей праздника общественники провели небольшой семинар. Рассказали, как правильно высаживать кустарники. Важный фактор посадки любых кустарников и даже крупных травянистых. Не бойтесь немножко по нему потоптаться. Ему будет лучше. Воздух уйдет, корни лучше приживутся. Поэтому взяли ногой вокруг, его прямо придавили, не стесняясь. Он ничуть не пострадает. Оригинальное сооружение – гордость двора. Жильцы говорят, если территория маленькая, это не значит, что ее не нужно благоустраивать. Пока этот сад смотрится не очень эффектно, но активисты говорят, это экспериментальный вариант обустройства территории. Ну и к тому же ракарий поставили очень недавно. Весной обещают настоящий Эдем. Ксения Луговская, Василий Тополев, новости ОТС.